Так, ну чё, продолжаем. Так, у нас с бумажником беда, блядь. Надо бы... Что надо бы? Потом вот эту реликвию забрать и телепортнуться в магазин. Продать все ненужное дерьмо. Изменить расширение. Все бабки потратим. Изменить это сюда тоже, это сюда. Да. Это, ну, не изменяется. Так, это быстрая продажа и, в принципе, все. Эй, худо иду, да не, да не, да далеко, да нам пиздец где. Еврическая сила. Вот это жестко, блядь. Ну попробуем добраться. Может получится. Если вы, кстати, в этой серии по становлению продвинемся на одно задание. Ой, а что это за место? Давай сюда слазим. И нахуй сюда залез. А, понял. Типа клад. А нет, лестница есть наверх. Все-таки есть путь наверх, бля. Ух ты, ебать, страшно. Нормально, допрыгнул, думал, не допрыгнул, блядь. А и нахуй сюда прыгнул. Посмотрим, куда эта пещера приведет. Пиздец, что за хуйня? Блядь. Какие-то обходы, выходы, блядь. Но по сути я иду прямо к религии. Это что, я чисто случайным образом сейчас нашел путь к ней, что ли? Так это фейл, ебать. Ну палец лячим. Сейчас заберем. Блять, оно вообще где-то внизу не показано, нахуй. Блять, тут аж два листа, сука, а я спрыгнул так не вовремя, блять. Ладно, хуй с ним. Хоть час не разбился, сейчас пришлось по новому бы идти. Белых листов, смотри, сколько. Где тут вход, блядь? Хуй-то не то. Ебать, а где вход? А, там синее что-то нарисовано. Ну так здесь не пройти. Здесь вроде пройти, да? Пиздец, я хуею просто. Это ж надо ж так ныкать, блядь. Сволота ебаная, пиздец. 96 из 120, так.
еще здесь артефакт. Что здесь есть реликвии? Давай сбегаем. Да, 100 реликвий наберем и пойдем к этому Хойду. Чтобы 20-ка оставалось. Так, блядь, я это один... А, ну это, в принципе... Кто там газует, блядь? Заебали нахуй. Олени ебучие. Блядь, сбился, не посмотрел, сколько я уже нашел их. Так, 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 вот еще одна здесь. Тут было прекрасно. И снова будет. Ага. Что? А что он не едет? Че, вы сломали нахуй? Или че? Подождем и будем в безопасности. Да стой ты в безопасности хоть всю свою жизнь. Я буду ночью не заказывал, чувак. Боже! О, да! Думал, просто... Умри, приза! Че, блядь? Вы че, сука, блядь? Дикари ебаные, вообще охуели, что ли, или че на? Упыри ебучие, блядь. Ха! Хуярят по мне, да. Говнарики, блядь, саные. Так, здесь у нас артефакт, да? Что, раки приехали, да, ко мне? Тихо, тихо, да тихо. Сейчас попаду, блядь. Кто воевал против наемников, теперь против вас буду, нахуй. Иди сюда, блядь, куда ты делся? Обойти меня, сломал? Сучий потрох, блядь. Так, где у нас еще? Здесь письмо какое-то. Ну, его можно, в принципе, отжать. Но далеко, далеко будет от отсюда. Сколько? А, это плантация ебучая. Бля, тут машины нету, да? Да, машины нету, тут забаррикадированная зона, блядь. Ну, блядь, пешком бежать, это пиздец. Ну, в принципе, минуты пол, наверное, бежать. Да, здесь забаррикадированная плантация ебучая хойтовская. А письмо, в принципе, недалеко. Ты хуй на него пусть убирает, Мишка. Help me! И ходи, а. О, бункеры. О, это сколько, какое по счету? Шестнадцать, ну еще четыре осталось. Так, а сколько уже артефактов нашел? Давай посмотрим. Так, здесь нету ничего. Здесь вот это... Вот это... Отсюда можно добраться до сюда. Там захватите вампост, и после вампоста отправится хуй, то я думаю, так. Хули торопиться-то, правильно?
Задания всегда хватит на всех. Тем более есть транспорт. Где? Где-то внизу, блядь. Ого. Я даже знаю, где. Вон там, нахуй. Я буду надеяться, что там. Моя чуйка не должна меня подвести. Да ёпта, да. Ебать, как. Жёстко, блядь. Ты ящички всякие. Они дешманские, но самое нормальное. Да, я, блядь, был прав здесь. Она. Где ж выход наружу-то есть? Есть. Или нет? Они есть. А, тут можно и так было, да? Или хуй нос. Тогда норм. Так, его на мампост. Тихо, блядь. Так, давай его, наверное, атакуем, нахуй. Головка. Что, еще кто-то ел? Да, хотя в сигнализацию-то выключим. На всякий случай. Тихо, братан. Не надо. А, ты что? Всем. А вам пусть отжать, нахуй. Ой, белый лист есть, надо сорвать, блядь, пока есть. Это белый лист. Вещь весьма ценная. А что, ж тут есть флешка, пацаны, не? Флешки нету. Надеюсь, тебя в порядке. Мы еще не закончили.
Да сейчас я выполню, сука, только заткнись. Леопарды прокачали... А, покалечили собаку местного жителя. Используйте предоставленный огнемет. Опять огнемет, блядь, наш. Что ты будешь делать, блядь? Огнемет все всучивает и всучивает. Сучивает и всучивает. Сволочи, блядь. Да, игра длинная, заданий много здесь. Так, а на что я его поменяю? Вот, на дезинтегратор. В принципе. Ма. Пойдем искать. Четыре леопарда, блядь, ёлка. Надо лучше пометить их сильно. Показалось, блядь. Пусть не давай сжечь, похуй. Ты куда? Иди сюда, блядь. И один помеченный остался. Всё. Заебок. А теперь можно ебашить какой-то, наверное, тут. Да, давай какой-то съездим. Это давно уже не делали задание. Продадим только все. $400. И пойдем. Идите нахуй, я все сделал. Что вам, блядь, ну, друг, хую. Какие у меня нахуй друзья, сука. Зяблики ебаные. Смотрите, опять лист вырос белый. Ну ладно, я не пойду туда. Поехали к этому. Хойту. Блять, и тут белый лист. Нихуя, смотри, как на дороге валяется. Когда, блядь, ищешь, хуй найдешь. И тут, смотри, белый лист. А тут вообще артефакт. Ну-ка. Остановимся, артефакт заберем. Вот ради артефакта остановлюсь, ебать его в рот. Так, это... А, вот он. Так-с. Ну и, собственно говоря, поехали дальше. Так, где тут заехать? Это? Как твои планы убить Хойта? Я силен, как никогда. Передай Цитре, что я убью Хойта. Не беспокойся. Я всегда на стороне Цитры. А, вот он. Я пришел. Сделай непроницаемое лицо. Права на ошибку нет. Пошли. Это Фостер. А, спасибо, Сэм. Иди покури. Ты, садись. Где список предателей и фотографии? Вот. Отличная работа, парень. Хочешь сигару в честь победы? Ты устроил неплохое шоу. Вообще не курю. Ты боишься рака легких? Это хрень. Тебя убьет не рак. Так, ты хочешь войти в число моих приближенных, Фостер?
Но знай, я вижу людей насквозь. Ты не поседа. Ты берешься то за одно, то за другое. Просто ничего не подходило. Хорошо. Скажу по секрету, знаешь, что делает твоих людей счастливыми? Страх. Итак, хобби. Кулинария, живопись, кино, наркотики. Какое твое? Люблю охоту. Я сам охотник. Благородная профессия. Если мы говорим о настоящей охоте. Я могу предложить тебе отправиться на рынок рабов в Рио, Гонконг, Нью-Йорк. Это всемирное предприятие. Глобализация. Это будущее. Со всех концов света привозят товар мне. Возьми американскую промышленность. Они маркируют линзы цифрами 1, 2, 3, чтобы я мог их видеть, если надел линзу наизнанку. Но почему 1, 2, 3, а не А, Б, С? Чтобы можно было продавать их в любой стране. И угадай, что происходит, когда я их ношу. Вы не видите 1, 2, 3? Вот это самое удивительное. Вот это и есть прогресс. Это цивилизация. Кое-кто просто этого не понимает. Видишь эту лодку? Я удерживаю ее и экипаж, чтобы получить выкуп. Но владелец не хочет вести переговоры за пределами своей страны. Я предпочитаю европейское исполнение. В американских оркестрах слишком громкие духовые. Всему миру, так же, как и контактные линзы. Мой продукт универсален. Так, я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Тут внизу есть пленный. Узнай, кто он есть и на кого он работает. А затем избей его до потери сознания. Сэм пойдет с тобой. Ладно. Я буду следить за тобой через камеру. Не часто приходится видеть профессионала за работой. Эй! Не разочаруй меня. Страйк обеспечен за трек, но... закрыто, бля. Новенький думает, что он особенный, потому что болтает с Хойтом. Хойт болтает со многими рекрутами. Он говорил с Васом. Где он теперь, а? На том свете. Хойт теперь набирает красавчиков. Узкая жопка лучше разработана. А ты что, свою жопку подставлял уже, да? Это ты красавчик, ебать. Не торжь свои гляделки на меня. Пошел нахуй. Какие ушлые здесь наемники. Выебываются, сука. Ладраты остались без вожака психопата. Теперь они еще менее предсказуемые. Мне кажется, их уже не осталось, пиратов этих, нахуй, перебили все. Тебя привел Сэм, да? Он реально крут. А ты крут, пацан. С этим подростком нужно крут, держать. Блядь. Куда это уходит-то? Он не придет отмечать мое свидетельство через месяц. Чувак, ты же знаешь, твой брат вечно делает, что хочет. Да? А, да! Снят тебе кокоса. Эй, вроде ж дух говорил, что тут нет людей. Вон они! Хватай их! Бежим отсюда! На помощь! Пусти меня! Кидай в кузов! И все, да? Там крысы бегают, блин. У вас крысы бегают. Сюда. Конец наступит? Делай дело, и Хойт поверит тебе. Верь в свою ложь. И помни. Улыбайся. Ты в объективе. Вот, пленник для допроса. Блять. Райли. Кто ты?
Твое имя. Что? Твое имя! Нет! Ралли Броди! Ах, май год. Кто привез тебя на остров? Мой брат. И где Джейсон сейчас? Я не знаю. Он думает, ты мертв? Я задаю вопросы! Где он держит друзей? Я не знаю, я просто хочу уйти отсюда. Камера выведена из строя на 38 секунд. Ралли. Тут Джейсон? Ты жив. Какого хрена? Ты с ними? Нет, я вытащу тебя. Понял, понял. А где Грант? Его нет, но я здесь. 26 секунд. Окей, мы уходим. Найн, если так, считай, что сам его пристрелил. Мы должны устроить саботаж и убить Хойта. Отвлекаем охрану, а Райли убежит. Найн, он не сможет выйти из здания. Послушай его, а? Я не смогу сам. 9 секунд. Избей его, или Хойт все поймет. Что? 5 секунд. Хорошо. Давай. Только обещай, что вернешься за мной. Блять, мазохисты ебаные, да? Ой, блядь, со всей дуры еще хуярит. Больно очень, наверное. Ёбаный, блядь. Ну это совсем жестко, вы че? Все, потух. Кем я стал? Оставь его. Хватит. Ты лучший игрок в покер, кого я знал. Нужно выпить. У тебя получилось узнать его имя. Неплохое владение кнутом и пряником. Ты мне понравился, парень. Слушай, я приглашаю тебя сыграть со мной в покер. Сэм, тебя тоже. Есть деловой разговор. Назначьте время. Я всегда свободен. Хорошо. Отлично. Я передам приглашение через Сэма. Ночь покера! Я хочу убить его. У меня есть план. Мы выведем из строя коммуникационную сеть Хойта и взорвем склад горючего. Паника в его гестапо позволит нам казнить Хойта во время покера и спасти Райли. Das ist gut, ja? Да, очень. Я. Встретимся на складе горючего, когда ты разберешься с центром связи. Это оставит его людей без глаз и ушей, я? Отлично. Вот это большая, да. База здоровая, дюжина. Становится все интереснее. Я так вас и убит, ебаный рот. Я поражен. Кто шлепнет вроде, получит кучу бабок. Так, че там? Че там по заданию? Хуйка или как херка, блять. А, ну его, блядь, до него хуй дойдешь. Хуй с ней, давай тогда. Осадим реликвию. Не, вот это ближе. Реликвию ебанем. Кого-то пиздит там. Но это меня не интересует. Антиквариаты надо пособирать. Отлично. Так, еще одна реликвия здесь.
Блять, машина нет хуёво. Очень бы она мне пригодилась. Я уже так понимаю, конец игры этой близок, блять. Заберем. Тут нету на поле нигде белых листьев, блядь. Нету, зеленый только есть. Ну давай зеленый сырьем тоже пригодится. Что тут, где тут ящик? Это здесь там, да? А чё, музыка пропала или чё? Я чё-то не могу понять. 102, 18 лет я осталась. Или чё-то я не въезжу. И давай, вам пост ебанём. Вот есть белый лист, надо сорвать. Ебанём, а вам постик. 18 лет я осталась, нахуй. Блять, еще один отсюда вышел. Съебаску. Понятно. Что тебе понятно, где? Понятно, где? Блять, такую хуйню порой несут. Где Бушмена, вот. Боже мой! Все? Да. Это какой у нас аванпост? Тридцатый, ну. В принципе, осталось всего 4. Так, продать все. Ага. Боеприпасы на $216 пойдет. Что за задание? Два снайпера и их люди удержат деревню на холме, почти разорят и убить их ножом. Да как нехуй делать? Блять, он и прыгать стал как цапля, кстати, пиздец, да? Thank you.
можно, знаешь, как ебануть их. Блять, тут еще один. Блять, спрятался. Они даже не могут понять, откуда пуля ебашит. Что ты, ёбаный? Боже мой! Всё. Так, ну чё, пацаны, это все заканчивается. Спасибо, кто смотрел, всем пока.